находимся в кинотеатре на Бродвей. Кинотеатр называется AMC. Смысл кино в Нью-Йорке в том, что ты проходишь чекаут, который находится здесь, покупаешь билет, оплачиваешь вход и можешь идти в любой кинотеатр, в принципе, на любой фильм. Пройдя чекаут, купив попкорн, эта порция, кстати, medium порция, порция лач, раза в два больше, но при увеличении цены всего и на еще можно ее бесплатно наполнять. И бесплатно ее наполняешь, да. Пройдя сюда, мы видим разные залы. Вот зал туалетный и залы под разными номерами. В принципе, можно, заплатив одну цену, посмотреть или одно кино дважды, или посмотреть разные фильмы, или если тебе фильм не понравился, ты можешь пойти на другой. Так устроена система кино в Нью-Йорке. Очень экономно, и можно за одну цену посмотреть несколько фильмов. Все, привет, Москва!